Здравствуйте, вы смотрите «Вести Кабардино-Балкария» в студии Зульфира Геляхова. Если работать, то работать на совесть. Накануне Юрий Коков побывал с рабочей поездкой в Майском районе, в частности, на сельхозпредприятии «Ленинцы», в школе Селенино-Ивановская, районной больнице, поликлинике, доме пожилого человека, детском оздоровительном лагере. В этот же день Юрий Коков проинспектировал ход реконструкции Кабардинского госдрамтеатра и здания Курзала в Нальчике. Подробнее Беслан Суйдимов. Рабочая поездка в Майский район началась с посещения СХПК «Ленинцы». В отличие от подавляющего большинства хозяйств республики, здесь сумели не допустить развала производства, обеспечить занятость 450 жителей селения Новоивановское. В пользовании хозяйства 4000 гектаров земли, в том числе 3200 гектаров пашни. Предприятие специализируется на производстве овощей, плодов, мяса, яиц, молочной, консервной и колбасной продукции. Она пользуется спросом. Более того, пояснил руководитель СХПК Владимир Бердюжа, спрос превышает предложение. Нельзя сказать, что цеха и прилегающая территория соответствуют современным требованиям. Но производство в непростые времена не только выстояло, но и развивается. В республике есть предприятия, подчеркнул Юрий Коков, которые внешне выглядят красиво, все сверкает, но они построены за счет огромных кредитов, имеют миллиардные долги и не платят никаких налогов. Отметив, что СХПК «Ленинцы» движется в правильном направлении, Юрий Коков дал поручение министру сельского хозяйства Мухамеду Шахмурзову изучить положение дел в целом по республике и определиться с перечнем хозяйств, нуждающихся в господдержке. Юрий Коков ознакомился также с организацией производства мяса птицы, переработки зерна, побывал на животноводческом и откормочном комплексах. Хозяйство реализует ряд социальных программ, связанных с благоустройством села, помощью творческим коллективам, но наибольшего внимания требует к себе сельская школа, где обучается 360 детей. Не хватает бесплатных учебников для начальных классов, мебели. Актовый зал расположен в том же помещении, что и столовая. Построенное 45 лет назад учебное заведение подлежит ремонту в рамках одной из федеральных программ. Но без софинансирования республики не обойтись. Необходимые средства, сказал Коков, будут найдены. Это серьезный вопрос, и его надо решить. В поликлинике города Майского на 380 посещений в смену завершены ремонтные работы и устанавливается новое медицинское оборудование. Три года назад строители свернули здесь свою деятельность, и никто уже не надеялся, что она возобновится. В начале 2014 года была поставлена задача найти финансирование, завершить ремонт поликлиники и обеспечить оказание качественных медицинских услуг населению. Решить ее удалось в сжатые сроки, за неполных 4 месяца. Но не хватает квалифицированных кадров. Часть медиков работают на 2, а иногда и на 3 ставки. Основная причина – отсутствие жилья для молодых врачей. Остро нуждается в ремонте и детское отделение Майской районной больницы. В Рио глава КБР высказался за предоставление приглашенным специалистам на первое время служебных квартир, изыскание средств около 8 миллионов рублей на ремонт детского блока. Юрий Коков осмотрел родильное отделение, инфекционный корпус. Пищеблок последнего не выдерживает критики. Находясь в предельно запущенном состоянии, он подлежит капитальному ремонту. «Мы найдем деньги», подчеркнул Юрий Коков, «но здесь надо менять все, от крыши до подвала». Подрядчики взялись завершить работы за 3 месяца. Дом пожилого человека в городе Майском функционирует 10 лет. Среди его постояльцев есть те, кто находится здесь со дня основания. В соответствии с действующим законодательством, пожилые люди перечисляют 70% пенсии, независимо от ее размера, на свое содержание. Оставшаяся часть возмещается за счет бюджетных средств. Осмотрев палаты, каждая на 2 человека, столовую, ознакомившись с санитарно-гигиеническими условиями, Юрий Коков поинтересовался у находящихся здесь женщин, довольны ли они условиями пребывания. Оказалось, что подача горячей воды осуществляется с ограничениями по 1 часу 2 раза в день. Причины такого положения дел будут устранены в недельный срок. Муниципальный детский лагерь «Казачок» через 10 дней должен принять на оздоровительный отдых 300 детей. Однако он далек от готовности. Не везде работает пожарная сигнализация, территория захламлена старой мебелью и строительным мусором. Отсутствуют необходимые бытовые условия. Главе районной администрации Александру Кислицыну, руководству районного управления образования даны указания привести лагерь в надлежащий порядок. В этот же день Юрий Коков проинспектировал ход реконструкции 2 объектов культуры в Нальчике – Кабардинского государственного драматического театра имени Алиши Кинцукова и здания Курзала. Объемы ремонтно-восстановительных работ значительные. Зрительные залы, уникальные с точки зрения акустики и архитектурного стиля, не реставрировались десятки лет. Замене подлежат все коммуникации, электропроводка, крыша, напольное покрытие, одежда сцены, кресла для зрителей.
Предложено продумать оформление фасадной части и фойе. Возможно, есть смысл, сказал Коков, объявить конкурс. Ускоренные темпы проводимых работ не должны идти в ущерб качеству. Если работать, то работать на совесть, подчеркнул Юрий Коков. Оба объекта будут сданы в эксплуатацию к 1 сентября, Дню государственности Кабардино-Балкарии. Сегодня в Кабардино-Балкарии проходит общереспубликанский субботник в поддержку детей, нуждающихся в особой заботе государства. Участие в акции принимают тысячи трудящихся. От мусора в основном очищают места массового отдыха людей – скверы, парки, обочины дорог. Берега реки Нальчик в столице убирали сотрудники администрации главы и правительства КБР, а также Госкомсми. В рамках общереспубликанского субботника его участники перечислят свой однодневный заработок в помощь детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, инвалидам, детям из многодетных и малообеспеченных семей. Как сообщают в Минтруда и соцразвития, по 2000 рублей к новому учебному году получат почти 6000 школьников. Завтра в стране отметят День социального работника. В Кабардино-Балкарии торжества начались еще накануне. Лучших соцработников республики награждали в государственном концертном зале. Особо отличившимся вручили ведомственные грамоты и дипломы. Не оставили без внимания и журналистов, активно освещающих работу Министерства труда и социального развития. В их рядах мой коллега Осман Казаков. Виновников торжества поздравили эстрадные артисты и танцевальные коллективы. В эти минуты в Нальчике проходит чемпионат Северокавказского федерального округа по дзюдо. Эти соревнования – отборочный этап на чемпионат России, который состоится в сентябре в Ханты-Мансийске. За победу на татами борются более 400 спортсменов. Предшествовало тому взвешивание и жеребьевка противников, по итогам которой борцов разделили на 6 весовых категорий. Кабардино-Балкария по праву считается одним из фаворитов соревнований. Здесь выступают такие ребята, как победители и призеры не только чемпионата в России, но и Европы, и мира. Очень много интересных спортсменов, на которых мы надеемся на будущее. Хорошо выступают наши ребята, надеемся, что они покажут красивую, уверенную борьбу. В настоящий момент проходят отборочные поединки. Ближе к вечеру должны определиться полуфиналисты чемпионата. Окончательные итоги соревнований станут известны завтра. Таковы субботние вести. На этом я прощаюсь. Удачного дня!